1 октября, проверка датчиков давления для Александра, Kia Sorento в последнем кузове, 2001-2020 год. Так, проверка датчиков. Так, вот она, Kia Sorento 2020-2021. Проверяем. Так, где-то выбираем сторонку, чтобы... Так, вот он сам датчик, вот на нем вторая строчка ID номер. Вот заканчивается на 741. Соответственно, этот датчик у нас и должен определиться. Так, вот он 741. Хорошо. Так, второй. Так, 84B. Оно. Так вот оно, 84B. Идем дальше. Так, 40Б. 40Б. И 769. 769. Вот они все соответствуют. Вот при получении, на всякий случай, эти ID номера проверьте, то, что вы получили именно их, а не что-то другое. Вот они все разные.